В Мытищах особое внимание уделяется строительству образовательных учреждений. В прошлом году на территории муниципалитета было введено 7 новых детских садов. В этом году планируют открыть еще 6 дошкольных учреждений. Это паспорт строительного объекта будущего детского сада на улице Колпакова в 17-м микрорайоне. На эскизах можно увидеть трехэтажное современное здание с большой уютной территорией. Руководитель строительной компании рассказывает, на каком этапе сейчас находится объект. Строительная готовность по конструктиву 100%, каменную кладку тоже выполнили 100%. Сейчас на данный момент выполняются работы по внутренней инженерии, там в том числе вентиляция, сантехника, отопление, канализация, внутренние сети электроснабжения и СС, ну, слаботочные системы. В ближайшие дни начнется работа по очистке территории от строительного мусора и благоустройства. Также подрядчик приступит к фасадной части здания. Будет выполнен монтаж окон и дверей. К концу года объект дадут, и в январе он распахнет свои двери для 250 дошколят. Рождаемость увеличивается, и это очень важно. Детей очень много у нас и во дворе, и в окружающих домах. Район, ну, он не старый, и как бы много ребятишек, и я считаю, что лучше пусть будет 2 садика, чем один, потому что мои внучки в этот, который рядом, садик не попали, они ходили подальше. Значит, рядышком мест не хватает. Еще один детский сад откроется уже в начале нового учебного года. Дошкольное учреждение возводится в микрорайоне номер 25А. Юлия Купецкая вместе со своими заместителями проверила ход строительства дошкольного учреждения. Стройка началась в прошлом году. Тогда была заложена и капсула времени. Сейчас в здании будущего детского сада в полном объеме выполнены работы по устройству инженерных сетей. Остается сделать внутреннюю отделку, утеплить фасад и облагородить площадку, чтобы уже осенью встретить его воспитанников, юных жителей Мытищинского округа. Екатерина Шарыпова, Андрей Капустин, Первый Мытищинский.